Общее количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 185 человек. Из них 21 пострадавший отправлен на амбулаторное лечение. Министерство здравоохранения сообщило на утро оперативные данные. В стационарах продолжают получать лечение 164 человека. 60 пострадавших получают лечение в организациях здравоохранения Баткенской области. 104 переведены в организации здравоохранения Бишкека и Аша. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, компоненты крови, лекарства и изделия медназначения имеются в достаточном количестве. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткене составляет 59 человек.